Уважаемые друзья, мы постепенно приближаемся к населенному пункту Манави. Сейчас у нас будет впереди Тохли-Аури. Вот здесь такие сделали кружочки для красоты. А там дорога еще закрыта с левой стороны, с правой стороны, потому что, как видно, они там тоже строят какую-то скоростную трассу, пока еще не построили. Господи, машина была, по-моему, авиа. Старая машина авиа, кто помнит. Мы сейчас в Тохли-Аури, пока что у нас населенный пункт. Здесь хороший ресторан. Где-то есть Тохли-Аури. Сегодня будет у нас, я думаю, много материалов интересных. И мы вас обрадуем. Не только будет у нас Исанский район, кто-то же мне писал, что Михаил, а вы только можете там на клубе снимать и Исани, а мы что-то еще другое хотим, чтобы вы нам показали бы. Мы вот будем показывать, дорогие друзья. И другое тоже. После Манави у нас будет Бадиаури, потом будет Качреты. Потом будет Чалаубани, Мзизгули, Хурхура, Ярмарка и Бакурцихе. Квичина родина. Малая. Ну, он так, он между двумя. Ой, Волга какая красивая стояла. Очень красивая Волга стояла небесного цвета. Как я один раз уже. Вот Манави уже. Это фирменное место Чурчхел, где на каждом шагу продаются Чурчхел. Ой, здесь после дождя такой кошмар творится, когда дождь, ужас. А здесь что? Вот здесь эти женщины сидят, или мужчины сидят. Сидели, торговали картошкой или дыгами, не увидел. А вот здесь уже начинается чурчхеловедение. Вот видите, собирают вот урожай винограда прямо, вот видите, прямо на дороге. Это так красиво, я обожаю смотреть вот на сбор урожая винограда, обожаю. Это меня так успокаивает, это, например, такой аромат. Это там столько энергетики, там столько надежды человеческой. Вот кахетинцы, они выращивают весь год фактически. Да, вот после сбора урожая уже начинается новый же цикл. Да, там они высвобождают все это, там они успокаивают, да, вот эту плантацию после вот такого буйства. И потом уже начинается несение этих удобрений туда-сюда. Вот весь год за этим ухаживают. И потом собирают этот урожай, потом называется мосавлис дабинавеба, когда вот это вино все нужно вот так вот разместить, дать ему возможность побурлить, чтобы появилась новая мачари. И вот так вот из поколения в поколение все это переходит. Большой стоял селок, чей-то огромный. Не маленький, а не 130-й, это большой. Матэ с барани. Барани, погреб, матэ. А здесь тоже барани. А, гиуани, это хорош. Гиуани, это хорош. А здесь чуть больше машин, чем в начале пути было.
Вот тоны, ох, ароматный вот этот хлеб. Ты да спури, шо ты спури. Ох. Фантастика. Туристам же, естественно, все интересно, и они тоже с удовольствием останавливаются, ко всему присматриваются, задают вопросы. Вот сейчас один гид, тоже начинающий, со мной общался, рассказывал вот о том, как много ему нужно знаний и информации для того, чтобы проводить тур. Естественно, ну, когда ты... У тебя еще с русским языком проблема, да? У тебя нет достаточного набора слов, да? Словарного запаса. Не набор, что словарного запаса у тебя, когда нет достаточного, у тебя, когда нет информации, когда ты не в теме, конечно же, вот по факту, во время экскурсии, там что-то придумывать невозможно. Я ему говорю, что ты, говорю, напиши тур, какой ты хочешь, да? Я же не знаю, куда ты ходишь, что ты там показываешь. Напиши его на бумаге. На грузинском языке, потом мы это переведем с тобой на русский, просто для тебя адаптируем, и после этого уже ты его выучишь, вот пройдешься несколько раз, сам себе рассказывай, не этим рассказывай, как его зовут, туристам, чтобы они не стали жертвой твоего вот этого проблемного, да, ситуационного этого оборота языкового, что ты не можешь найти нужные слова подходящие. И себе пока расскажи. Когда ты уже себе будешь рассказывать, ты уже сам поймешь, сам себе задашь вопрос. Это не должно длиться теперь месяцами. Ты можешь не ходить теперь по улице и не бормотать для себя, как безумец, а представить, там, вот ляжь, закрой глаза и представь, что ты там идешь мимо моста Мира, потом ты там переходишь там на... Мейдан, потом ты идешь по Лисилидзе, бывшие коты Абхазии сейчас называемые, потом выходишь ты на площадь Свободы, заглядываешь там куда-то в Сололаки. Вот это, говорю, себе представь и наполни это информацией, смотря какой ты тур проводишь, что тебя интересует или что, какую аудиторию ты привлекаешь. Нужно поменьше какой-то вот этой бумажной информации давать туристам, потому что их это не интересует. Специалисты по архитектуре и специалисты по истории, по археологии и во всех вариантах будут знать больше тебя. И ты с ними не сможешь тягаться, потому что это люди знатоки высшего пилотажа, а не какие-то там лица. Должен быть простым, легким. Старайся больше там шутить, какие-то фразы, какие-то пословицы грузинские с адаптацией на русский язык. Что-то простое, легкое, как беседа друзей. Когда вот ты звонишь, говорю, по телефону своим друзьям, знакомым, ты же не начинаешь забивать их мозги историческими справками какими-то. Музей это другое. О! Посмотрите, да, дорогие друзья, стоит пазик, красавчик, фантастика. Хорошо, стоял грузовик, было написано Саперави.
заколонка, какие-то страшные туалеты. Куда, интересно, эти люди ходят? Ну вот уже много где собран виноград. Где его уже нет? Все собрали? Взрываются к черту. У кого есть столько сил и энергии, и времени, самое главное. Эй, что такое? Чего он так стоит, смотрит? Явно была не местная, нет. Сколько тыкв, какая прелесть. Когда я буду возвращаться, ничего этого уже, наверное, не будет на трассе. Вот Нива старая. Обидный участочек, и никого нет. А так вот мы уже приехали в Бадзяури. Вот вам и Бадзяури. Сейчас будем покупать. Вот здесь и медом они торгуют, видите, мед тоже у них есть. Мне нужен мед, потому что у меня столько меда. Разные модификации тоже этого меда. Тут еще один зелок. Цистерна. Продуктами питания. Но здесь очень много разных вот этих объектов. Выбирай себе на вкус, какой хочешь. Вот здесь вот очень хорошее вот место, которое. Гамаджо, шоти гаут. Ага. Так, вот у этих будет, вот у этих будет, у этих будет. Дорогие друзья, я пошел за покупками. Прощаюсь с вами до следующего видео.